Да. Мы, Вася, уходите отсюда. Давай обратку. Объясняли, сколько раз. Сорок одна, Юр. Итак, у нас большой забег сейчас. Много участников. 10, по-моему, человек. Лидирует номер 1, за ним номер 3. Сейчас мы посмотрим, за сколько спортсмены пройдут первый километр. Если я не ошибаюсь, наверное, нет. Только еще долго до лидера. Да, лидер только отправился на последний круг первого километра. Давайте смотреть первый километр лидеров. Так, терпеть, хорошо. Лидеры приближаются к отметке 1 километр. По-прежнему это два участника с номерами 1 и 3. И первый километр за 3.30. Обращаю ваше внимание, что в этом забеге участие принимает Владимир Руменко, наш знаменитый поле-ветеран, который, между прочим, в этом году выиграл у всей молодежи, собственно говоря, практически как каждый год. Силовой норматив, 34 подтягивания зафиксировано было, и это действительно лучший результат данного турнира. Много лет подряд именно в этом виде лидер нашей команды. 4 круга до финиша лидера. Уже немного, и, наверное, конечно, надо переключаться в другой режим. 4 круга. Из 7 минут, видимо, не получится быстрое начало. Сейчас вышли скорее на 7.20. Поэтому, наверное, вот такой результат, если финишное ускорение не последует. Владимир Руменко представляет спортивный клуб «База Лесная» города Троицка и лидер, тренер этой команды. И здесь он вместе со своей командой разновозрастной. Темп падает у лидеров. И, конечно, из 7 мы не дождемся времени. 5.06 за 3 круга до финиша.
Лидером два круга. И за два круга до финиша 5.55. Ну, с таким бегом в конце, конечно, это даже, наверное, ближе к 7.30. Ugh.